самая первая коробка. Как вы думаете, что это? Пишите свои варианты в комментариях. Мы сейчас с Дон Никитоном будем как раз это все распаковывать. Да, будем распаковывать. Дон Никитон, как ты думаешь, что там в нашей коробке? Как сложно открывается. Как она плотно запакована. Оп. Там еще одна коробка. А тут что? Книжки приехали. Разные, разноцветные. Никитон у нас не особый фанат книжек. Но я не теряю надежды. И поэтому периодически что-нибудь доберу. Классная, да, тетрадка розовая? Мышление написано. На сайте издательства бывает много разных распродаж. Книги можно, конечно, пощупать в фирменном магазине или, в принципе, в любом книжном. Но так как я качество их уже видела, то решила не тратить время на походы и заказать их на сайте сразу, чтобы мне их привезли домой. Плюс одна такая распродажа в тот момент как раз и проходила. 10 книг за 2500 рублей. Я чуть-чуть не уложилась в эту сумму, взяла чуть больше. Заказ оформляется легко, в 2,5 клика, и моя посылка с книгами спустя 2 или 3 дня, уже точно не помню, лежит у меня дома на столе. Дон Никитон уже утащил книжку «Мышление». Не книжка, а больше брошюра. Тоненькая тетрадка. Стоила она там вообще какие-то небольшие деньги, поэтому я решила ее взять, ну, мало ли что. Занимательная тетрадка. Тут вот всякие задания. Ну, это для детей постарше, я думаю. Маркировка 3+, да, для детей постарше, но в любом случае сейчас пускай будет у нас, будем привыкать потихонечку. Ты смотришь лабиринты, да, Дон Никитон? Классные лабиринты. Классные. Смотри, какие. Голубое небо, зеленая трава, тут столько всяких полосочек, полоски, полоски. Лабиринты в большом городе. Какая красивая разноцветная книга. Здесь всякие разные лабиринты. Орхидеи, города, город вот в огне какой-то тоже. Нужно найти выход из него. Потом не заблудиться в аэропорту, найти какие-то выходы. Парки, в общем, разные варианты. Не знаю, будем пробовать смотреть. Да, Донь? Никитон. Вообще оценить качество книг мне повезло, когда я была у подруги в гостях. При нас пришла такая же похожая посылка, и мы вместе ее разбирали. Мне очень понравилось, что все книги издательства, которые пришли, были очень хорошего качества. Очень яркие картинки, бумага такая довольно плотная, приятная на ощупь, запах. Свежей печати. В общем, если даже содержимое не зайдет, то, по крайней мере, само то, как сделана книга, уже удовлетворит тех, кто любит, как я, все щупать, нюхать и смотреть глазами. Тогда даже не так обидно на самом деле будет, если книга эта детям по содержанию не подойдет или не приглянется. Книжка номер 2 «Сказки про эмоции». Сейчас считаю на этом этапе достаточно важным объяснять Дон Никитону, какие эмоции он испытывает. О каких-то разных примерах абсолютно. В общем, здесь решили попробовать. Вот есть шустрый зайчонок, вышел однажды из норки. Про него история какая-то. «Я завидую», — ответил малыш. «У всех есть, а у меня ничего нет». В общем, ну, сами понимаете, очень актуальные сказочки. Вот как раз для детей, опять же таки, простые иллюстрации, достаточно небольшие рисунки. Не загруженная, не перегруженная книжка как раз таки для легкого усвоения малышом. Я просто обратила внимание, что чем проще иллюстрация, тем больше интереса она вызывает у нашего сына. Поэтому, в общем, такие книжки беру. Вторая книжка про эмоции. Осталось еще немножечко книг. В общем, вот здесь вот 2 книги про эмоции. Одна — «Почему я злюсь», другая — «Почему я завидую». Тут такая же история. У нас есть персонаж. Он проживает определенную историю. «Ты хочешь поиграть с нами?» — догадалась Белочка и выглянула из куста. На таких интересных историях ребенок, наверное, учится осознавать, что есть такие эмоции. Учится их называть. Вторая книжка тоже про эмоции. Да, смотри, тигр какой, да? Видите, начинает интерес проявлять. Эту серию я лично ждала. Особенно мне очень было интересно посмотреть, что за книги будут на такую тему. Как вы думаете, что это за тема? Давайте сделаем здесь небольшую паузу, и вы напишите в комментариях свой вариант. Я подожду.
Ну что, написали уже? Ну тогда поехали дальше. Программирование и термодинамика. Казалось бы, очень сложные термины. И многие взрослые, когда я говорила подругам своим, что я вот взяла такие книжки для своего ребенка, они говорили, это точно для малышей? От 0 до 3 лет. Суть в том, что максимально просто объясняется суть того или иного явления. В этой серии есть 5 или 6 книг про сложное простыми словами. Малышка может слушать музыку, есть теплую еду, играть в игру. Все потому, что компьютеры читают код и следуют ему. Вот так вот в картинках минимум текста объясняется, что к чему. Будем смотреть, как на нашего сына произведет это впечатление или нет. Одна про программирование, вторая про термодинамику. Серия называется «Малыш любит науку». О-о-о, на самом деле даже не представляю, что в ней. Утя и Мотя. День дружбы. В целом вообще Утя и Мотя. Серия этих книг. Я увидела у подруги, что тоже минимум текста, много картинок. Картинки простые, красивые. Про Утю и Бегемота разные истории. В нашем случае мы взяли День дружбы историю. В одном прекрасное утро Бегемот Мотя задумался, что дружит с уткой Ути уже целых 3 года. И дальше история развивается. Они, наверное, тут этот день отмечают. Еще одна вот такая книга. Тоже вот эту вот книжку, очень мне хотелось на нее посмотреть и потрогать. «Мир вокруг нас». В общем, что мне больше всего понравилось, это то, что в ней вот есть вот такие закладочки под каждую тему. Здесь, например, продукты, одна закладка. Здесь про зубы, вторая закладка. Про книги, банковские карты. Давай отправимся в библиотеку, там очень много книг. А, ну это не банковская карта, это читательский билет. 21 век. Ну и так далее, то есть на каждую тему своя страница с закладками. Тоже очень прикольная, очень красивая книга, яркая, плотная такая, глянцевая. «Мир вокруг нас». Остались 2 маленькие книжки. «С папой весело играть». Ребят, это такая милота вообще. Я на самом деле очень люблю всякие истории, связанные с папой. Не знаю почему. В нашей семье нету проблем в том, что папа Дон Никитона очень много времени проводит с ним. Играет в его жизни огромную роль. Но тем не менее, я вот люблю всякие такие штуки. Вот именно про истории с папами. Здесь милые истории про медвежат. Это тоже одна книжка из серии про медвежат. Там есть разные, мама, купи и так далее. Буду пробовать очень потихонечку, но вот решила начать с вот этой. И последняя книга на сегодня – «Настройки». Тут вот написано, прям есть колесико, его нужно крутить. А для чего это нужно? Надо, наверное, открыть книжку, а тут вон, глядите, написаны цифры в окошке, и нужно выбрать цифру, соответствующую количеству машин. Здесь это трактора, и нужно выбрать, сколько у нас тракторов, и малышка крутит, 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 крутит и отгадывает. Прекрасная книжка, очень прикольная. В общем, будем пробовать учиться цифры с ней, если, опять же таки, Дон Никитон вас желает. Но в любом случае, все эти книжки очень классное развлечение для самих родителей. Надеюсь, что помимо этого, конечно, будет польза для нашего ребенка. Подытожим. Общая стоимость закупки 2858 рублей. Из них на данный момент себя оправдали всего лишь несколько книг. Вот это, та, которая с моторчиком. И, на удивление, рабочая тетрадь тоже зашла. По развитию мышления, мне кажется, что он ее просто как альбом разглядывает. На самом деле, конечно, в топчике. А с папой весело играть. И лабиринты тоже иногда берет в руки, просто картинки разглядывает. Остальные ждут своего часа. Но знаете, вот что заметила? Как только я начала читать настоящие книги, не в телефоне, а бумажные, Дон Никитон тут же стал больше времени уделять и своему разноцветному чтиву. Приходит, забирает в кресло, раскрывает свою книгу и сидит разглядывает. Недаром говорят психологи, что именно собственный пример заразителен. Вот такая получилась распаковка на сегодня. Ставь лайк, делитесь в комментариях, что еще хотели бы здесь увидеть, что еще мне заказать и открыть вместе с вами. Подписывайтесь на канал, смотрите мои другие видео, если еще не видели. И увидимся с вами в следующих выпусках. Пока-пока!